Ну и денек. Надоело. Так, так, так. Похоже, наступила ночь. Время вечеринки. Х равен окружности, что означает, что B — это радиус. Почему она такая бодрая? Ты напугал меня! Я знаю. И я потеряла страницу. Серьезно? 20-я страница. Как скучно. Дай сюда. Что? Видишь эту проволоку? Тебе понадобится вот столько. Используй плоскогубцы, чтобы согнуть кончик. И продолжай делать это все время. Да, продолжай. Видишь, это похоже на звезду. Здорово, да? Теперь используй другую проволоку. И снова согни ее, чтобы создать новую форму. Видишь, это луна. Понимаешь, о чем я? Та-да! Это закладки! Вау, это для меня? Спасибо! Так, посмотрим. Закладку на страницу 69. Теперь я готова. Это так круто! Да. У меня есть идея. Я хочу что-то в моем стиле. Похоже на маленькое солнце. Я сделаю мордочку. Посмотри. Солнце и облако. Вот, держи. Спасибо. Они идеально подходят для моего дневника. Он смешной. Скучно. Это точно. Еще не пора обедать. Эй. Что? Не, лузер. Что? Я так не думаю. Я тебе покажу. Ой, маркер соскользнул. Классика. Ты за это заплатишь. Целься, огонь. Э, гадость. Как и твое лицо. Да, вот тебе. Эй. Теперь гораздо лучше. Нет. О, смотри за руками. Эй, перестань. Итак, жизнь. О, что здесь происходит? Нет, нет, прекратите. Вы меня не слышите? Эй! Так намного лучше. Что? Нет, помогите! Вытащите меня отсюда! О, новые сумки! Да, идем! Какая сложная контрольная! Так вот, значит, как! Я знаю, что вы делаете! Оу, она нас раскусила. Я не знаю, что это такое. Очень правдоподобно. Вау, она злится. Вы знаете правила. Нужно действовать быстро. Мне очень нравится мой новый лак для ногтей. Она никогда не узнает. Здравствуйте. Не строй из себя невинность, блондинка. Что? На что вы смотрите? Это просто мой пенал. Правда? Ручек много не бывает. Я наблюдаю за вами. И что здесь происходит? Ау, я вас не заметила. Кстати, отличная контрольная. Такая трудная. Ау, это так мило. Ладно, это было неожиданно. Вот бы все были такими, как Наоми. Она такая хорошая ученица. Я знал, что у меня ничего не выйдет. Ну и ладно. Наконец-то я дома. Ну и денек. Подождите, у меня есть домашнее задание? А, да ладно. Отлично. Думаю, нужно быстро его сделать. Надеюсь, это не займет много времени. У меня есть дела поважнее. Терпеть это не могу. Мне так скучно. У меня глаза закрываются. Вау! Ау! Моя голова! Что только что произошло? Дурацкое домашнее задание. Это все твоя вина. Лучше я немного развлекусь. Настало время игр. Да, это мне нравится больше. Вперед, вперед, давай. Надо сосредоточиться. Это самая сложная часть. Вау, пронесло. Я сделаю это, и я выиграю. Подождите. Что это было? Фух, наверное, показалось.
Я в ударе! Ничто не может меня остановить! Осторожно! Ух, я выиграла! Это было непросто! Эй, Бетти! Что ты... Ау! Моя хрупкая, нежная голова! Зачем ты это сделала? Извини, клавиатура сломалась. Сломалась? Подожди-ка, у тебя есть домашнее задание? Но... А как мне теперь печатать? Я знаю, как это исправить. Доверься мне. Мне понадобится глина для лепки. Я начну с коричневой. С помощью стекла я сделаю ее плоской. То же самое я проделаю с разными цветами. Идеально. У меня есть все, что нужно. Теперь настало время собрать бургер. Эта деталь будет первой. Затем я сложу остальные. Отлично. Папа? Шип-шип. Что такое? Продолжай печатать, продолжай. О, какая крутая песня. Пожалуйста, прекрати петь. Это очень отвлекает. Не может быть! О, боже! Кевин такой милый! Что ты делаешь? Разве он не лучший? Я могла бы наблюдать за ним весь день. Вау, посмотри на это! А нет, урок начался. Доброе утро! Сегодня мы пишем контрольную. Миссис? В чем дело, Бетти? Наоми смотрит на мальчика в телефоне. Наоми, убери телефон! Сейчас у нас урок. Что? Но это же Кевин! Это несправедливо! Ты такая зануда! Я все правильно сделала! Не волнуйтесь, я вас прикрою! Я всегда могу на тебя рассчитывать, Бетти! На чем я остановилась? Не могу поверить, что ты это сделала! Может быть, я быстренько посмотрю? Даже не думай об этом! Но, может быть, он тренируется! Я не могу устоять! Мне нужен Кевин! Это так сложно! Я тебя предупредила! Посмотрю одним глазком! Подождите, я поняла. Я знаю, что делать. Я быстро сделаю селфи и положу свой телефон вот сюда. Потом я распечатаю свое селфи. Я вырежу его и наклею на свой телефон. Отлично. Смотри, Бетти. Что? Ты не можешь так поступать. Мисс, катастрофа. А? Что такое? Я не понимаю, в чем проблема. Посмотрите на нее. Разве вы не видите? Телефон. Он здесь. А? Смотрите. Прекрати, Бетти. На! На этот раз ты выиграла, Наоми. Но это еще не конец. Шш, Кевин танцует. А мне можно посмотреть? Нет. А х равен 5. Вау! Перемена. Пора пообедать. Звучит неплохо. О, ну наконец-то. Обожаю шоколадные яйца. Они вкусные, а еще с сюрпризом внутри. О, я забыла свой обед. Но ничего страшного, я знаю, что делать. Оп! Так вкусно! Я ни о чем не жалею. А где мое яйцо? Оно лежало здесь. Что-то не так? Нет! Не может быть! Воровка! Я должна была догадаться. Она делает это постоянно. Минутку. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Ага, и принеси шоколад. Мне понадобится яйцо, а еще соломинка и клей. Я выдавлю клей на скорлупу. Вот так. Затем прижму к яйцу соломинку. Теперь нужно подождать, пока она приклеится. Но это еще не все. Я окуну яйцо в растопленный шоколад. Выглядит аппетитно. Затем можно завернуть его в фольгу. Выглядит довольно правдоподобно. Я заверну края. Наоми не должна догадаться. Готово. У меня есть кое-что для тебя. Я знаю, как они тебе нравятся. Спасибо, шоколада много не бывает. Наслаждайся. О-о-о! Какая гадость. Так тебе и надо. Это будет уроком для тебя. Это сырое яйцо. Фу! Зачем ты это сделала? В следующий раз не забывай свой обед. Это было отвратительно. Не-не. Искусство – это выражение человеческой души. О чем вы говорите? Я здесь, я здесь. А? Как обычно, с опозданием, да, Наоми? В общем, сегодня у меня для вас интересная тема. Мы будем вдохновляться матушкой природой и одним из ее милых маленьких творений. Я хочу, чтобы вы нарисовали белку. Не забудьте про ее очаровательный хвост. Хорошо, это я могу. Это несложно. Так держать, Бетти. О, кто-то мне звонит. Алло? О, привет, дорогая. Мне нужно ответить. Все идет хорошо. Я люблю рисовать красивые картинки. Эй, поступай, как знаешь.
у меня есть дела поважнее. Например, макияж. Именно поэтому ты всегда получаешь двойки, да? Что? Я художница. Я шедевр. А еще я скромная. Мне нужно закончить рисовать белку. Обожаю эту помаду. О-оу, учительница вернулась. Он хочет пригласить меня на свидание? Вау! Еще 5 минут, девочки. Мне нужно в туалет. Мне очень нужно в туалет. Оу, иди, Бетти. Я знала, что не нужно было пить 3-ю бутылку газировки. Мне нужно поторопиться. Как нарисовать белку? Это сложнее, чем я думала. Может быть, я... это ужасно. Что же мне делать? Подождите. Мне нужен рисунок Бетти. Вау, неплохо. Она талантлива. Надо отдать ей должное. Я покрою рисунок пищевой пленкой. Отлично. Теперь я могу обвести рисунок. Я буду рисовать прямо на пленке. Нужно просто обводить линии. Это очень просто. Почему я не подумала об этом раньше? Теперь лапки. А потом глаза. Почти готово. Вот и все. Это потрясающе. Я сниму пленку, затем я переверну ее и положу на лист бумаги. Нужно перенести чернила. И скалка отлично справится с этой задачей. Теперь можно убрать пленку. И рисунок белки готов. Мисс, что скажете? Позволь мне взглянуть. Та-да, надеюсь, вам понравится. Еле успела. Что я пропустила? Нет, этого не может быть. Замечательно, Наоми. О, вы так добры? Но ее рисунок выглядит точно так же, как мой. Я не понимаю. Что происходит? Бетти, ты скопировала рисунок Наоми? Что? Нет, это она скопировала мой. У всех есть свои тайны. Я ужасно злюсь. Окей, похоже, никто меня не видит. Значит, можно перекусить. Вынем беспроводные наушники. А теперь добавим шоколада. Это выглядит так аппетитно и шоколадно. Теперь нужно аккуратно встряхнуть. Ну вот, затвердели. Можно вынимать. Та-да! Шоколадные наушники. Бесподобно. Я гений. Но тихо. Так есть хочется. А меня задержали после уроков. Сама виновата. Не надо было опаздывать. Ну все, хватит. Нужно поесть немедленно. У меня есть пакет печенья. Там должно что-то остаться. Крошки тоже сойдут. Вот так. Отправляйтесь в рот. Эй, это все? Гадство. Должно же быть еще что-то. Может, вот здесь? Да, так я и знала. Тут прилип кусок леденца. О, да. Это то, что мне нужно. Это было круто, но есть все еще хочется. Сэр, привет! Мистер учитель, можно мне в туалет? Ни в коем случае. Ты здесь в наказание. Но я уже все сделала. Глядите, сколько строчек написала. Этого мало. Продолжай. Он все время на меня смотрит. Что же делать? О, он отвлекся. Это мой шанс. Быстренько позвоню. Дэвид, меня оставили после уроков, и мне очень хочется есть. Помоги! Серьезно? Ты хочешь, чтобы я что-то придумал? Ха, пора заняться контрабандой. Хорошо, посмотрим. Учитель сидит за столом. О, боже, не может быть! Это Дэвид! Эй, я здесь! Привет, Мэдисон! Все под контролем, сейчас. Окей, у меня есть скейтборд. Нагрузим его вкусняшками. Нужно просто добавить скотч и приклеить пакеты к доске. Поместим сюда разные вкусности. Теперь надо спасти Мэдисон от голода. Хе, только зацените это, я такой умный! Хорошо, теперь поставлю скейт и направлю в ее сторону. Ничего себе, он послал мне свой скейтборд! Поймала! Ну, посмотрим, что тут. Да, он не подвел. Здесь столько вкусного. О, боже, как классно пахнет. Да, он ничего не заметил. Привет, вот мой электронный билет. Все в порядке, желаю приятного просмотра. Привет, вот мой билетик. Мне нужно посмотреть, что у вас в сумке. О, серьезно? Окей, вот, смотрите, это все, что у меня есть. Что? Все эти конфеты? Я их конфискую. Вредина. О, я просто делаю свою работу. О, этот охранник у всех конфискует еду. Может быть, есть способ его обмануть? Да, ну конечно, использую косметику, это всегда работает.
Окей. Сперва избавимся от самой косметики. Теперь возьмем пакет сока. Это мне точно пригодится. Наберем немного сока в этот шприц. Вот так, достаточно. И наполним соком контейнер из-под блеска для губ. Заполним эту штуку до самого верха. Готово! Осталось закрыть колпачком. Нужно завернуть получше, чтобы сок не пролился в сумке. Отлично! Он ни за что не догадается. Глядите, я могу смочить соком губы. Вкуснятина! Ну вот, пора идти смотреть кино. О, постойте! Я знаю, что вы проверяете сумки. Без проблем, сейчас сама все достану. Да, у меня куча вкусняшек. Можете их забрать? Вот так, все, ведро. Пока-пока. О, а это моя косметика. Ее ведь можно оставить, да? Это мне нужно для увлажнения губ. Мне нет никакого дела до косметики, проходи. Отлично, спасибо, всего вам доброго. Ха, странная она какая-то. Ура, я пробралась в зал со своим соком. Кстати, мне не терпится его попробовать. А ну, постой, на вечеринку нельзя с едой и напитками. О нет, этого парня не пустили из-за еды. Но как же мне быть с конфетами? Они мне нужны. Съем все прямо сейчас. Как вкусно. О, можно вот тут кое-что спрятать в рукавах и в носках. Это должно сработать. Пора идти на вечеринку. Посмотрим. У тебя есть с собой еда или напитки? Ты что, издеваешься? Я отлично вижу конфеты. Конфеты? Это просто часть моего гавайского костюма. Ну, конечно. Иди отсюда. О, почему он мне не поверил? Эй, секундочку. Может, мне поможет венок? Окей, разрежем его вот так. Хорошо, теперь начнем его разбирать. Прощайте, цветочки. Неплохо, это последний. Возьмем эту нитку от венка. Разложим ее прямо во всю длину. А сейчас время добавить конфеты. Разместим их вот таким образом. Круто, сделаем так же по всей длине нитки. Тут столько вкусностей. Подогнем концы вот так. Нужно, чтобы вышло похоже на ленты, надетые на нитку. Здорово! Добавим еще сладких полосок. Обожаю их! И затем, разумеется, нужно вернуть на место цветы. Вот теперь у нас снова красивый венок. Кажется, смотрится хорошо. А ну-ка проверим. Да, получилась очень милая юбка. Я такая находчивая. Привет! Теперь мне можно на вечеринку? Это снова ты? Поглядим как следует. Окей, все в порядке. Но сперва лимбо. Воу, давай, у тебя получится. Да, это было круто. Ничего себе, так трудно. Мне нужно подкрепиться конфетами. Он ничего не видит. Вкуснятина. Теперь мне хватит энергии, чтобы веселиться всю ночь. Вечеринка, вечеринка. Вот так, чай будет просто супер. О, а пока он заваривается... Эй, Дэвид! Что? Можно мне тоже что-нибудь попить? Пожалуйста. О, ладно, без проблем. Ага, тут есть смесь для горячего шоколада. Конфеты, обожаю их. Да, возьмем вот это. Эй, в чем дело? Ты съела все конфеты. А ну отдай это немедленно. Я серьезно. Давай сюда быстро. Я не шучу. Ты меня просто достала. Но конфета... Ладно, бери, если тебе это так важно. Да, спасибо, Дэвид. Ну, славно, теперь у меня нет конфет. Хорошо, ее нигде не видно. Можно попробовать. Заберу пакет мармеладок, который здесь спрятан. Да, я так люблю эти штуки. Привет, Дэвид, можно и мне немного? Пожалуйста. Да забирай весь пакет. Она его забрала, но это часть моего плана. Пока она ест мармеладки, я открою еще один тайник. Я взял тюбик и выдавил всю зубную пасту. Ох, так красиво! Окей, тюбик пустой. Избавимся от пасты. А теперь возьмем мармеладных червяков. Просунем их в тюбик, они отлично поместятся. Осталось только завернуть крышку. Готово! Теперь у меня всегда под рукой любимые мармеладки. Да, не терпится их попробовать. Так вкусно! Ох, что-то мне есть захотелось. Постой, мой карандаш. Что, если бы это была конфета? Да, сейчас съем все без остатка. А? Что он там такое делает? Дэвид, хватит. А? Что, хочешь? Ты мне карандаш, грызть предлагаешь? Карандаш? О,
Ну да, я только представил, что это еда. О, Дэвид, вот погляди, что нужно делать с карандашами. Для начала берем шоколад. Помещаем на ложку и включаем фен. Ждем, пока шоколад растает, а потом берем карандаш. Без труда вынимаем ластик и надеваем небольшую трубку вот так, чтобы можно было налить внутрь горячий шоколад. О, разве не здорово? Чудесно! Теперь дайте ему застыть. Та-да! Прекрасный шоколадный ластик. Тебе все понятно? Вот, можешь взять это. Воу, спасибо, Мэдисон, ты супер! Как вкусно! То, что мне нужно! Дэвид, нет! Стой! Там дальше обычный шоколад! О, точно! Я опять забыл, извини! Мне так скучно! А я почти засыпаю! Глаза слепаются! Может быть, все-таки закрыть их на секундочку? О, Сани спит? Это мой шанс! Время для розыгрыша! Оп! Идеальное преступление! Пора приступать! Я отломаю кончик зубочистки. Затем мне понадобится тонкая полоска скотча. Я оберну его вокруг зубочистки и раскрашу ее. Небольшую часть нужно оставить чистой. Я раскрашу ее в розовый цвет и дам краске высохнуть. Затем я обмотаю зубочистку серебряным скотчем. Я хочу, чтобы это выглядело реалистично. Мне нравится. Теперь я могу снять скотч с острой стороны. Я налила черную краску в миску и окуну в нее кончик. Вау, отлично! Выглядит потрясающе! Сани будет в шоке. Лучше я положу их обратно ей на стол. И теперь проснись! Что? Где я? Что случилось? О нет, посмотри на свои карандаши! Что? Как? Поверить не могу! Они такие крошечные! Мы что, гиганты? Это так странно! Ага! Ты купилась! О чем ты? Твои карандаши здесь! Хорошо, это довольно смешная шутка. Вот, держи! Фу! Итак, я делаю складку по этой линии. Выглядит довольно просто. Подождите, можно мы начнем сначала? Ой, неважно, кажется, я поняла. Мэдисон, у тебя есть ножницы? А? Что? Мне нужны ножницы. А, сейчас. Они где-то здесь. Я посмотрю. Они точно были здесь? Я их видела. Подожди. Урок почти закончен. Просто дай мне секунду. У меня уникальная система хранения. Ой, ты проверила под бумагой? Синий или оранжевый? На это трудно смотреть. Подождите, я знаю, что делать. Мэдисон, посмотри. Что это? Тебе понравится. Сначала я сложу картон пополам. Затем мне нужно снова его раскрыть и сложить вертикально. Я сделаю складку вдоль края, затем переверну лист и снова сложу его. Я сложу углы внутрь, как будто делаю бумажный самолетик. Я сложу стороны внутрь, затем согну их, и можно переворачивать и повторить этот шаг снова. Я сложу треугольник. Почти готово, можно открывать. Это коробка. В нее поместится все, что тебе нужно. Вау, ты гений! Я впечатлена! Подожди, это еще не все. Положи все сюда. Так на твоем столе будет всегда чисто. Вау, что бы я делала без тебя? Просто посмотри на мой стол. На нем никогда не было такого порядка. А вот и ножницы. Я знала, что они там. Держи. Спасибо, мне нужно закончить поделку. Осталось сделать еще одну вещь. Это было приятно. Спасибо. Мэдисон, серьезно? Зачем я вообще беспокоюсь? Это так скучно. Мы можем уйти? Число 1 очень интересное число. Расскажу вам один забавный факт. Когда это все кончится? Я, пожалуй, вздремну. Эй, Мэдисон, проснись. Нельзя спать на уроке. Она крепко спит. О, я знаю, это точно разбудит ее. А у меня есть возможность потренироваться в меткости. Мэдисон. А что? Зачем ты это сделала? Ты уснула. Ну и что? Ты серьезно? Хорошо, я не буду спать, но мне это не нравится. Может, это подбодрит меня? Подождите, у меня возникла идея.
Мне понадобится черный фломастер. Я нарисую метки вокруг ободка. Они должны находиться на равном расстоянии друг от друга. Теперь я возьму ножницы и сделаю надрезы. Мне нужно удалить 4 секции. Я сложу концы и сделаю отверстие в центре. Я проткну его соломинкой, затем сложу концы обратно. Я использую скотч, чтобы закрепить соломинку. Теперь я положу это во второй стаканчик и протолкну соломинку через основание. Сани, посмотри. Что это такое? Смотри, я поставлю это над бумажным шариком и потяну за трубочку. Это хваталка. Я и тебе одну сделала. Ого, спасибо. Урок стал интереснее. Есть. Что вы делаете? Я еще не дошел до самого интересного. Пожалуйста, продолжайте. Какая сложная контрольная. Привет, Саня. Привет, как дела? Я здорово потренировалась. Мне нужно сосредоточиться. Подумаешь, ты такая зануда. Саня, что ты творишь? Это невероятно. Выброси это в мусор. Что? Я работаю. Некоторые люди такие грубые. Хорошо, я сделаю это. Мне приходится делать все. Подождите, у меня есть идея. Да, это сработает. Я разрежу бутылку пополам. Затем я насыплю блестки в нижнюю часть. Вау, как они сияют! Я отложу это в сторону. Затем мне понадобится лист картона. Я вырежу из него круги и прямоугольники. Затем я их склею и положу это внутрь бутылки. О, выглядит потрясающе, мне нравится. Идеально подходит для моих карандашей. Вперед! Вау, здорово! Что скажешь? Неплохо. Я дописала контрольную. Что? Я совсем забыла. О нет, урок закончился. Кажется, я получу двойку. Пора перекусить. Какой большой выбор. 50 центов. А что тут? Не знаю. Оу, посмотрите на эту красоту. Столько сливок. Я выберу вот это. Вау. Ты идешь домой со мной. А? За что? И не мечтай, Мэтью. Ты слышал меня? Отойди. Боже. Слабак. Нет. Вау. Я в гневе. Я знаю. Наконец-то. Мэт, привет. Ты за это заплатишь. Это еще не конец. Надеюсь, тебе там удобно, потому что очень скоро тут станет тесно. Когда дело доходит до десерта, ты делаешь то, что должен делать. До встречи. Как нога чешется. Не могу поверить, что опять понедельник. Да. Здесь так холодно. Да, наверное. Надеюсь, сегодня не будет контрольной. Да, согласен. Я все равно ничего не учил. Итак, ребята, сегодня у нас контрольная. Ну, конечно. У тебя все готово. Ты имеешь в виду это? Хочешь узнать, как я это сделала? Сначала нужно приклеить накладные ногти. И как только они прикреплены, сверху нужно наклеить бумагу точно такого же размера. Легко и просто. И у меня есть все ответы. Круто! А где твоя шпаргалка? Ты на нее смотришь. А? Это моя Кока-Кола. Та-да! Вот. Умно, да? Это очень просто сделать. Нужно перевернуть бутылку вверх дном и записать ответы здесь. Затем можно перевернуть ее обратно. Вау. Это гениально! Я знаю. Готовы? О, да. Всегда готов. Вау! Пора перевернуть бутылку. Вот и ответы. Видимо, время пришло. Привет, друзья. Подождите секунду. И время вышло. Молодцы, ребята. Что я получил? А я? Потрясающе. Мы сделали это. Иху.
Вот ваше следующее задание. Думаю, я справлюсь с этим. А может и нет. Это так раздражает. Круги — это глупость. Снова. Какой я молодец. Вау, я так проголодалась. Это была ты? Я не завтракала. Хорошо, что я взяла это с собой. Привет, друг. Прошу прощения. Эмили, ты знаешь правила. Наверное, вылетело из головы. Тогда вернемся к кругам. Как громко урчит живот. Я не могу сосредоточиться. Минутку. Учитель не смотрит, правда? У меня есть план. И в него входят круги. Маленькие шоколадные кружочки. Настало время шоу. За работу. Выглядит отлично. Эмили! О, опять! Работает просто великолепно. Это гениально. О, я тоже хочу. Я тоже голодный. Подождите, моя коробка с мелками. Это другое дело. Настало время для хлопьев. Я понятно объясняю? О, да. Не обращайте на меня внимания. Вкуснятина. Сработало. Потрясающе. Эй, это очень умно. Хочешь? Нет, спасибо. Оу, подождите. А? Зацени. Нужно насыпать сюда хлопья. Тогда настало время клея. А под словом «клей» я имею в виду молоко. Они оба белые, верно? Ничто не может остановить меня. Даже школьные правила. Начинаем вечеринку. Надеюсь, учитель не смотрит. Вау, это так круто! Может быть, этот урок не так уж плох. Что там происходит? Мы просто рисуем. Хорошо. Эй, дай мне немного. Круто, да? Наконец-то перерыв в учебе. Есть хочется. К счастью, у меня все с собой. Что здесь написано? Давай сюда сладости. А, вы такой вредный. Точно, поэтому я и учитель. И что мне теперь делать? Это кладем к остальной контрабанде. Нужно занести в список. Здесь уже целая коллекция. Привет, ботаны. Да-да, это правда я. Она такая стильная. Эй, Джаред, у меня кое-что для тебя есть. Круто. Это щенок? Я люблю щенков. Что? Нет, вот здесь. О, я не вижу никаких щенков. Что происходит? О, боже. Постой. Невозможно понять женщин. О, нет, у меня шнурок развязался. О, это мой стол. Надеюсь, ты потом его вытрешь. Посмотри-ка. Тайник со сладостями. Вау! Что ж, не откажусь. Это потрясающе. Пожалуйста. Хотя щенок это тоже круто. Но спасибо тебе, Молли. Положи все конфеты в коробку. Надеюсь, вы довольны? Несказанно. Следующий. Ла-ла-ла. Стоп. Никаких сладостей на уроке. Серьезно? Я думала, это шутка. Почему вы такая серьезная? Эй, послушайте. Пожалуй, я не должна. Но, ладно, только чуть-чуть. О, здорово. Мне нравится. Я знал, что понравится. Увидимся в классе. Хорошая попытка, но не сработала. Никаких конфет. Я не хочу выкидывать мой леденец. Это была моя любимая песня. А теперь она ее испортила. Минуточку. Есть идея. Берем леденец и расплавляем. Дальше возьмем этот шприц. Наполним его леденцовой массой. Нужно все делать быстро, пока масса не застыла. Теперь берем футляр для наушников и выдавливаем массу в углубление. Со шприцем все получится легче. И второе углубление достаточно.
Теперь закроем футляр и дадим массе застыть. Надеюсь, получится. Помещаем конфетные наушники в уши. Надо, чтобы выглядело убедительно. К счастью, я хорошо танцую. О, надо же, он все еще танцует. Видите, ничего нет. Проходи. Да-да-да. О, я это сделал. Ммм, вкусно. Мяч в воздухе, и Джаред его ловит. Да! А? Что это? О, я забыл про домашнюю работу. Как скучно. Нужно браться за дело. Или можно съесть конфетку. Это был трудный выбор. Ммм, блаженство. Обожаю конфеты. Воу, поглядите-ка. Это искусство. Если сделать вот так, выйдет рисунок. Это натолкнуло меня на мысль. Расположим конфеты на холсте. Теперь добавим другой цвет. Сделаю треугольник, а потом заполню его. Затем добавим деталей. Это конфетный арбуз. Мое лучшее творение! Мне пора в школу. Не с места. Если у тебя есть конфеты, я их найду. А? Что тут творится? Ну уже, я не хочу опаздывать. О, у тебя тоже арбуз. Конфеты! Попалась! Я надеялась, что сработает. Прочь с глаз моих. Это труднее, чем я думал. Я ни за что не стану проносить в класс сладости. О, это подозрительно. Пожалуйста, можете сканировать. Мне нечего прятать. Окей, все чисто. Получилось. В смысле, спасибо. Не могу поверить, что он их нашел. Берег чист. Можно полакомиться. Сдавайте ваши работы. Эй, это мое. Время оценить результат. Я так хотел сладких снеков. Замечательно, класс. Я всеми вами горжусь. Но победитель может быть только один. Очень трудно выбрать. Но мне больше всего нравится работа Джареда. А? Правда? Моя? Да. Иди сюда. Вау, это удивительно. Я хочу поблагодарить моих родителей и... Что? Я получаю кубок? Вау! Цветы, мои любимые. Чудесный рисунок, Джаред. Спасибо большое. Вау! Она ничего не понимает в искусстве. Тебе просто завидно. Может, в следующий раз повезет. Думаю, я заслужил вкусняшку. Такое искусство я понимаю. Настоящий шедевр. А? Я чувствую запах чипсов. Стой, давай их сюда. Эй, купите себе свои. Ну и дети пошли. Нельзя, чтобы он это увидел. Что же мне делать? Нужно что-то придумать. Но что? Это Молли. Привет, Молли. Ты сегодня очень красивая. О, это ты. А, привет. Я прочел это вчера. Так интересно. Постой, покажи мне твой галстук. Но это мой любимый. Пошли со мной. Может, сперва лучше узнаем друг друга? Это именно то, что мне нужно. Что? Что это было? Надо скорее рассказать маме. Переворачиваем галстук и кладем вот так. Мне нужен клей. Наносим капли клея по всему галстуку. Затем приклеим к нему полоски эластичной ткани. Сделаем это по всей длине галстука. Надо, чтобы они хорошо держались. Так, это последнее. Теперь просунем сладости вот сюда. Идеально подходит. Все готово. Веди себя как обычно. Никто ничего не заметит. Знаете, а мне это идет. И я люблю аксессуары. Время для быстрого перекуса. Это будет классно. Тайные сладости самые вкусные. Привет, Молли. Моя мама приглашает тебя к нам на ужин. А, плохие дела. Привет, Джаред. Я начинаю жалеть об этом. У меня еще галстуки есть. Могу одолжить. Но только за поцелуй. Что я наделала? Стой! Конфеты есть? Как вы догадались? Эй, я готова зажигать! Еще чуть-чуть! Опс! Кажется, нас заметили. Меня не проведешь. Спокойно, только без нервов. Приятного вечера. Как он их находит? Прямо будто у него суперсилы. Нам нужно придумать новый план. Кажется, есть задумка. Куда ты идешь? Почему он всегда так делает? Минутку. Думаю, это пригодится. Получится милый пояс. Но это еще не все. Использую эти конфеты.
Подвесим их таким образом. По всей длине пояса. Выглядит классно. Мне надо работать дизайнером одежды. Вот, прекрасно. Угадай, где я спрятал конфеты? Подсказка, они на голове. Ах, я бы никогда не догадалась. Взгляни на мою юбку. Очень модная. Пойдем. Обожаю мою работу. Привет, мы на вечеринку. Сейчас посмотрим. Пожалуйста, мы ничего не скрываем. Осторожность не помешает. Ну, теперь можно. Приятной вечеринки. Спасибо, приятель. А, в чем дело? Это что такое? А, это парик. Я лысый. Ничего лучше не придумал. Не надо так вредничать. Доброго вечера. Да ладно, серьезно. Вау, классно. Круто смотришься, Молли. Он отнял мои конфеты. Не знаю, как он их нашел. Не беда. Хочешь, с тобой поделюсь? О, спасибо. Здесь на всех хватит. Отпад. Спасибо. Спасибо, Молли. Ты супер. Отлично смотрится. Чудесно, Молли. У тебя настоящий талант. Оу, теперь у меня кошмары будут. Ха, уверен, это был комплимент. Время снеков. Пс, эй, Молли. Это так расслабляет. Невероятно. Остался только один способ. Эй! Ау, ты что делаешь? Зацени-ка. Карандаши? Вау. Нет, постой. В них спрятан сладкий сюрприз. Вкусный шоколад. Очень умно, а? Не скрывай, ты завидуешь. А, подумаешь. Взгляни на это. Это целая плитка шоколада. Ого, это прекрасно. Я знаю, и она только моя. Не терпится попробовать. Да чего здорово. Тебе бы понравилось. Окей, значит, вот ты как. В эту игру могут играть двое. Даешь мега-карандаши. Что такое? Что это? Гигантский леденец. И он только мой. Конфеты? На моем уроке? О, это подарок вам за отличную работу. О, да чего приятно, когда тебя ценят. Я так ждал этого момента. Он что, думает, что я совсем глупая? Пора сделать ход, пока он не смотрит. Мне повезло, что без очков он ничего не видит. Это будет круто. Дело за тобой, Кокуля. Так-то лучше. Надо сделать пару копий. Сконцентрируйтесь. Это тест. Никаких шуточек. Вот так. Один листок для тебя. Эй, смотри. Какашка. О, нет. Тест испорчен. Итак, класс, контрольная скоро начнется. Мэдисон, держи свой листок. Ну, круто, зря я не подготовилась. Надо было подготовиться. А вдруг мне кто-нибудь поможет? Математика, это круто, как здорово. Ого, ему стоит заняться своей жизнью. Но, привет. Что? Ты не мог бы мне помочь? Конечно, хотя это будет стоить тебе один поцелуй. Тогда получишь ответы. Не так уж сильно они мне и нужны. Нет, чудик. Так, думай, ты сможешь. Это же просто цифры. Мне это совсем не помогает. Как же все плохо. Давай мозг. Мэдисон, время заканчивается. Пошевеливайся. Я пытаюсь. Эй, ты. Один поцелуй, так? Какой день. Вау. Это всего лишь поцелуй. Представь, что это бабушка. Прямо в щечку. Ох, мне надо прополоскать рот. Ну все. Эй, так ты дашь мне ответы? А, точно. Уговор есть уговор. Вот, смотри. Чтобы узнать ответ, запиши пример. Затем сложи эти цифры. 6 плюс 4 равно 10. Дальше нужно отнять 2 от 10. Получаем 8. Для следующего примера делаем то же самое. В этот раз складываем 2 и 5.
Получается 7. Затем вычитаем 2. В этот раз наш ответ 5. Ого, это гениально! Спасибо, это я смогу. Первый ответ 8. Следующий 5. Она знает все ответы. Осторожнее. Ты мне не поможешь? Окей, только за поцелуй. Надеюсь, это того стоит. Нечестно. Это моя девушка. Это так интересно. О, привет. Смотри, кто тут у меня. Щеночек. Ух ты, можно погладить? Конечно. Его зовут Пушок. Отличное имя. Какой ты симпатяшка. Ага. Всем привет! Привет! Я такая красивая! Что? Подвинься! Нет! Да пофиг! Я заплачу, если ты пересядешь! Нет, я не продаюсь! Окей! О, какой милый щеночек! Так нечестно! И кем она себя возомнила? Я так зла! Ого! Ну и досталось от меня этой плитки шоколада! Хочешь подержать? С удовольствием! Да, я знаю, как ей отомстить. Тихо и незаметно. Отрежу уголок обертки от шоколадки. Теперь выдавлю шоколад на ее тетрадку. Получай! Какая милая собачка. О, нет! Плохая собака! Какая гадость! Сработало! Это мы уберем. Я вернулась. Привет, Пушок. Хороший мальчик. Надеюсь на ваше идеальное поведение во время контрольной. Можете начинать. Так, я все это знаю. Я ничего не знаю. Может, притвориться, что у меня сердечный приступ? Не, глупо. Крис, никаких разговоров. Простите. Эй, Мэдисон! Чего тебе? Я дам тебе батончик, если ты мне поможешь. Ты знаешь, что я люблю сладкое. Окей. Держи. Класс. И как я раньше не догадался. Ответы. Ты не это ищешь. Да, именно это я и искал. Эй, если ты хочешь это, поделись ответами. Я уже тебе помогла. Какой ты надоедливый. Лови. Серьезно? Этому место в мусорке. Это все она, а вот и нет. А вот и да. Неа, какой ты врун. Я преподаю у овощей. Мне почитать сегодня удастся? Попробуем еще раз. Эй, эй. Ну что еще? Видишь этот батончик? А вот этот? Ладно, договорились. Как бы это сделать? Ага, точно. Придумала. Открою тетрадь и приклею полоску скотча сверху до самого низа. Покрою так всю страницу. Дальше возьму губку и разрежу ее на маленькие кусочки. Приклею один кусочек на маркер. Теперь у нас есть удобный ластик, чтобы стереть все записи. Никто даже не узнает. Эй, тебе нужны ответы? Смотри сюда. Что ты делаешь? Сейчас увидишь. Вуаля! Класс! Спасибо! Я бы сам никогда не догадался. Что там у вас происходит? О, ничего такого. Видите? Должно быть, показалось. Пронесло. Эй, давай сюда батончики. С тобой приятно иметь дело. Крутая тренировка, ребята! О, без шлема лучше. Стоп, походу мне нужна какая-то тетрадка. Супер. О, и еще та штука, которой пишут. Ручка, точно. Нет, под столом ничего нет. Что же мне делать? Эй, умная девчонка, привет. Ты это мне? Ага, можешь одолжить ручку? Ладно, думаю, у меня есть запасная. Вот это. Класс, спасибо. О, нет, она сломалась. Эй, умная девчонка, ручка бракованная, у тебя есть другая? Только будь аккуратнее. Вау, две подряд. Ты не поверишь.
Держи. Вот, возьми эту. Надеюсь, она сохранила от них чек. Умная девчонка. Это моя последняя ручка. Окей, ладно. Минутку. Коробочка от сока может мне пригодиться. Как насчет этой трубочки? Это сработает. Разберите ручку. Нанесите немного клея на самый низ стержня. Вот так. Теперь возьмите трубочку и вставьте в нее стержень. До конца. Там, где клей. Ручки-трубочки? Такие никто не захочет одолжить. Вау, как круто получилось. У тебя нет ручки. Это трубочки, прости. Ладно. Эй, чувак, у тебя есть ручка? Да, я могу наконец заняться делом. Тема сегодняшнего урока – поп-ит и единорог. Кто последний, тот лузер. Я победил! Да, я победила, бе-бе! Готова? Умоляю, я готова с рождения. Это будет просто. Я обязана победить. Быстрее, давай. Я держу легкую победу. Готовься проиграть. Ха, да, конечно. Еще чуть-чуть. Истинное искусство исходит от... А, забудьте. Нельзя останавливаться. Мои карандаши. Я не могу этим рисовать. Эти закончились. Эти тоже не годятся. Что она делает? Последний участок. Ну уже, осталось только это. И я победила. Мне нужны еще карандаши. Как там у него дела? Тише едешь, дальше будешь. Нельзя, чтобы он победил, но у меня закончились карандаши. Стоп, у нее больше нет карандашей? Я об этом пожалею. Дай-ка взглянуть. Наверняка что-то можно сделать. Точно, у меня отличная идея. Эта трубочка мне пригодится. Возьмите соломинку и вставьте в нее кончик карандаша. Из другого конца тоже. Теперь у вас есть карандаш, которым можно рисовать. Легкая победа мне не нужна. Держи, это тебе. Карандаши? Значит, я смогу закончить рисунок? Спасибо! Пожалуйста. Погоди. На счет 3, 2, 1. Погнали! Этот урок такой скучный. Я проголодался. Эй, это классика юмора. Мэдисон, не отвлекайся. Особенно, когда я шучу. Я кое-что придумал как раз для такой ситуации. О, здрасте, сэр. Отличный урок. Что это? Как здорово. И как я раньше не знала об этом. Ты выглядишь так смешно. Ненавижу этот урок. Этот цвет тебе идет? Мне нравится. Доброе утро, класс! Воу! Нет! Эпично! Может, никто не заметил? Мои бесценные контрольные! За что? Так неловко! Только взгляните, какой беспорядок! Мир так жесток! О, мне пригодятся эти скрепки. Именно то, что нужно. Скреплю все бумаги вместе, а затем надпишу зажимы. Так будет сразу видно, какие бумаги к чему относятся. Надо было раньше додуматься. Посмотрите, великолепно. Приступим к тесту. Ну, теперь не до смеха, а? Эй, поосторожнее. Пожалуйста, Мэдисон. Упс. Сейчас я все исправлю с помощью этого чудесного зажима. Прикрепим его к краю стола. Нужно еще несколько. Теперь проденем туда ручки. Вот так. Воу, впечатляет. Так умно придумано. Можешь взять, Лео. Спасибо. Так трудно. Мне надо было больше заниматься. Мэдисон! Мэдисон! Привет! Привет, Дэвид! О боже, наконец-то! Это для тебя. Ты такой романтик. Я хочу провести с тобой всю жизнь. Я так счастлива. Эй, приятель!
У него мои усы. О, тю-тю. Жизнь прекрасна. Эй, ку-ку, ты здесь? Можно одолжить ручку? О, ну да, конечно. Держи. Постойте, я не могу дать ему изгрызенную ручку. Сейчас найду другую. Вау, мне надо кончать грызть ручки. Привет, Дэвид. Привет, Эмма. Можешь взять мою ручку. Подожди минутку, окей? Поверить не могу, куда Эмма лезет. Нужно действовать быстро. Выглядит неплохо. Я сейчас. Должна же где-то быть ручка. И все? О, мне может помочь лак для ногтей. Думаю, это сработает. Для начала разберем ручку. Теперь отрежем кончик. Нанесем на кончик каплю клея. А затем возьмем лак для ногтей. Поместим кончик стержня в бутылочку и добавим клея. Дадим клею застыть, а потом наденем наконечник ручки. Должно получиться. И вуаля, ручка с блестками. О, как стильно! Бутылочку можно закрыть. Гораздо интереснее обычные ручки. Вот, держи. О, мы прикоснулись друг к другу. Теперь я могу работать. Это лучший день в моей жизни. Такая хорошая ручка, спасибо. Да, получилось. Ты такой красивый. В смысле, твой почерк. Красивый почерк. Добрый день, дети. Что ты делаешь? Дэвид, быстрее. О, нет. Я плохо переношу стресс. Вот, пожалуйста. Выглядит странно, но окей. Я ухожу отсюда. Чуть не попался. Но у тебя получилось. Простите, я задержалась. Начинаем урок. А? Почему Мел не пишет? Это так смешно. Не понимаю, что происходит. Может, он грязный? Постойте, доска чем-то покрыта. Это что, мыло? Ох, вы меня очень огорчили, дети. Настоящая классика. Все хорошо, мне просто нужно собраться. Придумала, можно использовать блокнот. Приклею отрезок скотча по краю. Хорошо, что у меня есть грифельная краска. Нанесу ее по всей поверхности блокнота. А, кстати, это расслабляет. Вот так, почти готово. Теперь дам ей высохнуть. И можно снять липкую ленту. Осторожно, чтобы не испортить краску. Вот и все, мне не нужна доска. Ее заменит этот блокнот. Просто напишу задачку на обложке. Здорово получается. Осталось только найти ответ. Ух, что происходит? Итак, класс, кто хочет это решить? Давай, ты. Но, ладно. Иди сюда. Ох, держись. Ну, кто у нас тут самый умный? Ага, кажется, я знаю ответ. Ну как? Неверно. Садись. О чем ты думал? Нужно поменьше думать о приколах и побольше об учебе. Надо избавиться от этого. Теперь ты, Мэдисон. Я? О, плохо дело. Нужно только скрепить бумаги, и домашняя работа готова. Это даже весело. А? Наверное, заклинило. Упс. Нет. Это может стать проблемой. Вот так. Готово. Можно отдохнуть. Дурацкие скрепки. О, это будет больно. О, нет. Теперь это место преступления. Сиди тут, окей?
Никакой прессы! Идите отсюда! Дэвид! Ла-ла-ла! О, да! Дэвид! Отличная чашечка кофе! Надеюсь, получится! Откуда это взялось? Тут надпись. Сигнал СОС? В чем дело? Что это? Ха! Скрепки? Здесь выручит футляр от наушников. Соберу все скрепки. Вот таким образом. Кажется, все собрал. Спасибо! Я серьезно отношусь к уборке. Хорошо, теперь проверим. Идеально чисто, как я и думала. Но осталось еще много дел. Нужно доделать классную работу. А, карандаш сломался. К счастью, у меня есть точилка. В носу щекочет. Что такое? Это недопустимо. Я не нарочно, клянусь. Вот, видите? О, ничего себе. О, у меня есть идея. Нужна пустая бутылка. Отлично, время творить. Сперва снимем крышку с бутылки. Затем сделаем в ней дырку. Теперь перевернем крышку и нанесем клей по краю отверстия. Вот так, достаточно. Приклеим точилку к крышке. Когда клей застынет, закрутим пробку на бутылке. Именно то, что мне нужно. Теперь вся стружка останется в бутылке. Больше никакого мусора. Я за тобой слежу. Беспокоиться не о чем. Все попадает в бутылку. Этот чувак далеко пойдет. Дэвид, у меня твой телефон. Что? Мэдисон, а ну вернись! Мне нужно спрятаться. Вот, кажется, хорошее место. Мэдисон! Где она спряталась? За дверью номер один или номер два? Я не знаю. Вы можете мне помочь? Ну уж и пожалуйста. Как я выспалась. Где зубная паста? А, вот она. Так-так, там что-то есть. Что же это может быть? Обрежем нижний край тюбика. И выдавим содержимое. Сколько же здесь зубной пасты? Ого, тут точно что-то есть. Нужно очистить от пасты. Хорошенько протрем. О, как мило. Привет, песик. Снимите крышечку и наденьте вместо нее игрушку. Получился веселый дозатор для пасты. Ого, здорово. Еду принесли? Давай деньги. Привет, вы пришли. Смотри, что у меня есть. Идем. Так есть хочется. Пахнет вкусно. Спасибо. Еще соус. Скорее бы поесть. Вкуснятина. А? Неплохо, да? Впечатляет. А я буду обмакивать. Как же я рада! Вот так. Очень вкусно. Что ты делаешь? Почему не влезает? Ну же! Не понимаю, но ты пыталась. Что же мне делать? Придумала! Полью из бутылки. О, нет! Бургер испорчен! Такое нельзя есть. Не страшно, я заказала еще один бургер. Вот. О, спасибо! Не так быстро! Еще кое-что. Зубочисткой проделаем дырочку в соусе. Подержи-ка бургер. Супер! И польем соусом со всех сторон. Теперь у тебя бургер с майонезом. Ого, совсем не сложно. Гораздо лучше.
Спасибо. Мне скучно. Здрасте. Бенджер, попробуй нарисовать вот это. Статую? Да, покажи себя. Ладно, без проблем. Это я могу. Приступим. Рот не получился. Я еще не закончила. Нет, начни сначала. Легко критиковать. Сотру вот эту часть. Попробую еще раз. Кажется, неплохо. Хоть на стену вешай. Оу, слишком близко. Вот здесь плохо. Ладно, разве искусство не относительно? Сейчас-то должно получиться. Теперь похоже. Что опять? Начни сначала. Да вы издеваетесь! Мой ластик! Закончился. Придумала. И что же? Здесь должно быть что-то подходящее. Это же для уборки, да? Должно быть щекотно. Ну же. А это откуда? Бесполезно. Это должно сработать. Очень креативно. Ого! Первый раз такое вижу. Еще одна попытка. Что скажете? Посмотри поближе. Пожалуйста. О, понятно. Ага. Нужно сверить со статуей. Интересно. Мне страшно. Думаю, нужно поставить оценку. Очень непросто. Поверить в это не могу. 5 с плюсом. Замечательно. Здравствуйте, дорогие зрители. Привет. Тебя тоже. Добро пожаловать на кулинарный челлендж. Участвуют 2 повара. Вам нужно приготовить блюдо. Вот оно. Красиво. Все необходимые ингредиенты перед вами. Вкусняшки. Разве это челлендж? Резать таким ножом? Ну уж нет. Этот лучше. Ого, какой острый. Простите, вы... Как вы и хотели. Клубника? Я думала... Неважно. Начну-ка я готовить. Пушистое яйцо? Ох, это же киви. Не так. Теперь лучше. Аккуратные кружочки. Что за... Это опасно. О, ананас. Возьму-ка его. Руки прочь, он мой. Но что мне тогда делать? Придумала. Нет. Слишком острый. Может пригодится... Нет. Формочки для печенек. Их можно использовать. Вдавим формочки во фрукты. Будет симпатично. Разложим их на тарелки. Фруктовая башенка. Шпажка тоже пригодится. То, что нужно. Отлично. Сложим их вместе. И это все? Осталось мало времени. Не надо меня торопить. Я закончила. И стоп, время вышло. Я старалась. Я назову это блюдо де фрут. Впечатляет, как и всегда. Это фрукты на палочке. Чудесно, кто же победит? Это очевидно, вы. Ура! Вы шутите? Она? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Обожаю рисовать. Да-да, милая. Какой красивый лак. Это мне не нужно. Ай. Все в порядке, милая. А вкусные карандаши. Осторожно, милая, прекращай. Пока-пока.
милая. Хватит. Прости, мама. Так-то лучше. Так красиво. Выглядит вкусно. Всего один укус. Что? Что я тебе сказала? Ты скучная. Мне все равно. Хватит. Я быстро. Так. Опять что ли? Прекращай. Хватит, слышишь меня? Мама хочет накрасить ногти. Ну все. И что? Смотри, что у меня есть. Ты же не... Нет, но я его украшу. Наполним тарелку водой. Добавим туда лак для ногтей. Просто выльем его в воду. Добавим разные цвета. Можно проявить креативность. После этого возьмем карандаш и опустим его в воду. Повернем карандаш вокруг своей оси. Пора доставать из воды. Получился эффект мрамора. Вот, держи, милая. Ого, красивые. И все для меня? Вот этот красивый. Спасибо, мам. О, ну конечно. Хорошо получилось. Только попробуй. Не надо. Ой, еще бы чуть-чуть. Молодец. С этим закончила. Ох, этот хороший. Какая ты милая. Знаю, да я и сама не поверила. Алло? Телефон разрядился. А? Телефон, помоги мне. О, это я могу. Нам нужна газировка. Нальем ее в арбуз. Достаточно. Ты кое-что забыла. И правда. Какие пузырьки. Столько хватит. И зарядка. Теперь все готово. Где твой телефон? Вот, держи. И заряжаем. Что думаете, сработает? Напишите в комментариях. Какие забавные лайфхаки. Займитесь творчеством вместе с друзьями и отправьте им это видео. И не забудьте поставить лайк нашему каналу, чтобы не пропустить новые крутые советы.